клетку приглашается полуфинальная пара весовой категории 56,7 килограмма. Погосян Диана, Москва, синий угол. Иванова Алена, Оренбургская область, красный угол. Приготовиться весовой категории 61,2 килограмма. Коваленко Татьяна, Свердловская область, синий угол. Алексеева Екатерина, Санкт-Петербург, красный угол.
Доктор, поднимитесь в клетку. Бойцы на середину. В этом бою за 28 секунд третьего раунда победу болевым приемом одержал боец из синего угла Погосян Диана, Москва, и вышла в финал. Иванов Алена занял третье место. Просьба бойца остается в клетке для награждения. Награждает президент Федерации ММА Волгоградской области Гусейнов Насрулла.